Доброе утро. Котик сегодня у нас в кофточке. Сегодня как-то совсем не жарко. Садись. Едем. И только наши греются после нас. Котик, ты как цыпленок. Греешься, а? Вон девчонки на полу сидят. Друзья, мой завтрак, у папика завтрак, творожок с кофе, у меня вот такая вот красивая, прекрасивая яишенка, я ее быстро-быстро надо было пожарить с двух сторон, поэтому она у меня абы как перевернулась, и в общем вот такая теперь у меня красота, чтобы быстрее эти все сопли поджарились, очень нужно было быстро. Салатик, булочка хрустящая, пепси, приятного аппетита, и у меня еще, я сыр забыла, мило, подожди, я сыр забыла. Балкон! Угу. Балкон? Да. Лаврош тут построил такую юрту. Сказал, что он будет там жить с Милой. С Милкой и будешь с там жить? И с Катей. Когда Катя придет, да? Да. Мам, вот это вот и лестница. Да, круто, Лавр, молодец. А, там еще и лестница у тебя. Лаврик. Новые тренды у Лаврика. Подростковые каналы. Вот он их теперь все время смотрит, они такие юмористические. Сидит на мне, помогает мне тут монтировать. Мешает, я бы сказала, да, Лавр? Мешаешь маме, да? Нет? Опять перпал ручки. Ну-ка, дай посмотри, что ты опять рисовал? Это я рисовал Егу. Ой, там Мейсон, наверное. Да? Мейсон там? Мейсон? Точно, Мейсон там. Да? Мейсон, да? Ага, понятно. Там уже коты хозяйничают. Так, сейчас быстро приготовлю обед. У меня чуть-чуть фарша, не буду много делать, потому что дети не любят, когда много фарша. И спагетти. Сейчас отварю, смешаю. Добавлю немножко соуса и каких-нибудь любых, по сути, приправ. Так, все, готово. И это кушать будут только Маша и Лёва, поэтому тут буквально порция на двоих. Так, мы выезжаем. Ребят, я думала, только наша такая чокнутая. Нет, не только наша. У нас тут, видимо, все такие. Вот там и гавкает, и прям вот всю вот эту вот собачку расплющила. Она еще в руках держит какую-то собачку маленькую или кошечку. Это вторая собачка. Тетенька, это же вторая соседи. Собачка. Ой, я ее не узнала. Это у них вот эта псинка, точно. Да у них два. Я ее не узнала, да. Вот Машин автобус пришел. О, вот она, Машенька. Давай, жарко. А, она с кем-то шла. Садись, Маш. Привет. Завтра, да. Ты как мама. Честно, давай, слово. Пока. Почему как мама? Ну, он уже 150 тысяч раз соображает, как надо. Я закрою, закрою. Пока, Маш, пока. Жарко хоть довезли, потому что очень жарко у нас прям вообще. Так, ладно, выезжаем. 30. Сколько? 31. 31 градус, да. Очень жарко, хотя так не кажется, да? Ветерочек, листья какие-то летят. Какой ну, на самом деле, сейчас не так жарко. Я только смотрю, что показывает. Сейчас 87. Угу. Но на самом деле не настолько прям все. Прям. Да не, жарко, Вов. Я кондиционер, все окна закрыла. Ты написал заявку, у меня там окно опять. Нет. У детей полетело. У нас опять у детей окно сломалось. Как-то давно, помните, кто давно с нами было. Вот новая сейчас Toyota вызовем. Cross XLE. Чуть меньше, чем раньше. Там закрывашка сломалась, оно теперь только закрывается. А открываться оно не держится. То есть, когда открываешь, оно не держится, оно просто падает обратно. Поэтому опять вот какое-то боковое крепление там вылетело. Правда, будь-то здоров, да. Так, все, ладно, поехали, друзья. Вон, смотрите, какие у нас огромные собачки. Девушка, то ли медсестра в униформе. Две такие огромные, пушистые собачулины. То ли это
служба по выгуливанию собак. Да нет, еще она живет здесь. Это наши собаки. Ну, ваши собаки, но приезжает, возможно, человек или живет здесь, выгуливает, потому что... Ну, а зачем ей униформа для этого? Ну, они она с одними и теми же собаками ходит, это ее собачки. Ну, может быть. Вау, друзья, вот это авианосец едет. Просто капец. Саш, 200 машин, а 200 вау, плюс у нас пишется. Введи. Друзья, мы уже вернулись. Так, Вова паркуется, и мы приехали к, в общем, собаке и кошкам еду взять. Еще собаке надо косточки взять. И пойдемте с нами. Так, Вова, как всегда, в телефоне. Ты еще такой. Так, мы в Пэтсмарт. Слушай, смотрите, будка для собачки в поход. А сколько тут собачек, блин? Беленький такой. Ой, боже мой, какая тут милотёсик есть. Красивая, чистенькая. Их вообще не слышно, они за стеклом. У них там, видимо, своя вентиляция. Попугайчики. Так, мы за кормом. Для... Ты опять для щенков? Столько народу стоит. Mm-hmm. Так, мне надо еще моим котикам взять. Ой, обожаю бассетов. Так, вот вроде мы вот это вроде брали или не эту. Отличный вес для больших пород, для взрослых. Этот? А, я думаю, этот. Что? Какой? Лабрадор? А, опять для щенков. Опять щенки, Вов. Это... Ягненок. Ягненка? Здесь, как всегда, музыка. Так, котики. Котики. Нашла я своих котиков. И где наш... О, вот он. Вот этот вот корм наш. Отлично они с него себя чувствуют. Ну, по крайней мере, мне так кажется, что все идеально. И в туалет идеально. И не блюют, и ничего. Жорик, правда, сейчас наш периодически блюет, потому что он линяет. У него шерсть, он вылизывается. Он этот комок шерсти у него, в общем. Ну, можно, конечно, такой корм найти. Его тоже полно. Когда от комочков шерсти... Может быть, кстати... Да, подожди, я посмотрю, пожалуй. Иди-ка пока. Так, от комочка в шерсти. Еще найдем. Так, отличный вес. Забота ротовой полости, почки. Так. А, о, подождите. А, нет. Где эти комочки? Вот он. Так, друзья, вот он. Я его, кажется, нашла. Есть большой, есть маленький. Но я, пожалуй, возьму вот такой. От комочков шерсти для взрослых. Ну, вроде все подходит. Возьмем вот такую тисеньку. Я возьму небольшой. Мы его попробуем. А пока он линяет, по крайней мере, чтобы не блевал. Такой корм. Ой, ну высадка. Смотрите, ребята, спасательный жилет для собачки. Здесь много, видите, разных размеров. Здесь, ой, господи, это что, для хомячка. Много ездят на лодках и берут с собой собак, и на всех одевают спасательные жилеты. Это, видимо, специальные поводки даже такие. У меня, как всегда, блин. Зелененький, оранжевенький. Так, кости взяли. Мы взяли обычно, какие она ест, и взяли такую же большую. Да, Маша просит, чтобы еще большую взяли.
Ну и змеек, как всегда. Ух ты, как вырос, да? Мне кажется, он меньше был. Или она, я не знаю, кто это. Их, интересно, покупает кто-нибудь? Или это новых каждый раз подкладывают? Не знаю. Вот этот, мне кажется, вообще прям вырос. Гадость какая. А, иду. А, друзья, все, закупились, отдали за все. $132. И 23 тебе еще начали. И $22 мне еще начислили, да, на аккаунте. В общем, везем в Грузию. Смотрите, заправочка. Стоят машины, заправляются. Да это сейчас Теслочка, к вечеру будет еще битком. Что-то. Да, думаешь? Я не думаю, я знаю. Ага. Чаще бываю на поле, чем ты. Так, все, загружаем. Да, я знаю, что тут ловушка. А, мы тут пойдем играть купать. Молодцы, так, собака радуется косточке. Папа! Да? Так, Костя ждет косточка, ждет косточка. Что это такое? А! Сейчас, Вов, подожди, она кость дает собаке. Ой, мило. Чё купили? Всё. Ой, радость. Что за срань дома, а? На место. Ой, милаша. Скажи, наконец-то нормального размера кость мы купили. У Бетрас прям вот нормально. Ну, она же здоровая. О, да, мой сын. Все, радость. Рынка, ты опять на самом лучшем месте, да? Откуда все видно и всех видно. А, Зоренька. Все, посмотрел, укладывайся. Смотрите, на креслах сидят игрушки. О, еще и пристегнутые игрушки. Боже мой, Катя. Еще и пристегнула свою Мини-Маус. Да, молодец, бутылка. Потом будет искать, ее не найдет. А, друзья, часто у меня спрашиваете в заставке, что за музыка играет. И вообще по музыке, где беру. Я просто уже несколько раз рассказывала. Вот смотрите, та музыка конкретно, которая в заставке играет. Библиотека Ютуба. Видите, вот она называется. Библиотека Ютуба. Это в творческой студии канала. Ну, просто библиотека Ютуба, наверное, можно так вести, если нет своего канала. И ищем по названию. Эта композиция называется Remember. Она так и называется. Помнить, вспоминать. Сейчас я вам ее... Что? Да, здорово, Лаврш, возьми. Так, вот она. Вот их несколько, все Remember вышли. Вот это вот конкретно чисто Remember. Сейчас она заиграет. Где она? Вот это вот. Вот она конкретно здесь, именно в библиотеке Ютуба. Вот это она. А вообще музыку я беру в... Вот, а вообще музыку я беру в Epidemic Sound. Вот это название, Epidemic Sound, вот видите, вот там практически вся музыка, но конкретно вот в заставке музыка, она находится в библиотеке YouTube.